Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Целинчук, автор системы «Пяти побед», «Трансформации 6» и революционной программы «Антидиабет». И я сейчас нахожусь в загородном отеле, сейчас около 7 часов утра, и я решил записать это видео об одной очень простой вещи, которая сильно поможет вам улучшить обмен веществ, выйти вперед к своей стройности и здоровью, и каждый день будет вам давать заряд бодрости, радости и всего самого лучшего на целый день. Я расскажу вам о простейшей вещи, которая абсолютно естественна для нас всех и так нужна. И эта простейшая вещь, о которой я вам сейчас расскажу, это ходьба. Это обыкновенная ходьба, которая необходима нам для того, чтобы держать всегда наш организм в тонусе. В чем секрет? В чем секрет ходьбы и в чем секрет всех этих вещей? Дело в том, что физическая активность должна быть такой, которая нас не угнетает. Всякая излишняя физическая активность, слишком тяжелая для нас с вами, она действует угнетающе на организм, и организм вынужден запасать дополнительные питательные вещества. И только лишь физическая активность, которая естественна для каждого человека, а это ходьба, эта физическая активность дает нам заряд бодрости, дает нам энергию и дает нам тонус нашему телу для того, чтобы обмен веществ работал хорошо. Расскажу кратко правила правильной ходьбы. Как это делать? Прежде всего, у вас должна быть хорошая, правильная, удобная обувь. Вот у меня вот такие кроссовки, например. Вот. Легкая. Главное, чтобы вам было в ней удобно ходить, и чтобы вы себя удобно, комфортно чувствовали. Это обувь, это самое главное. Второе, вы должны быть удобно одеты, для того, чтобы не стесняло ничто ваши движения. И вы спокойно могли ходить. Я сейчас записываю это видео, чтобы было изображение нормальное. Я иду по дорожке, а так я ходил по грунту, вот, по земле. Это вообще очень полезно. Дальше. Если вам вы испытываете какие-то все-таки трудности небольшие с ходьбой, а такое часто бывает, очень хорошая вещь — скандинавская ходьба. Я сейчас про нее рассказывать не буду, но это весьма популярная вещь, и очень она полезна, я ее очень рекомендую. Итак, ходьба вам нужна. Старайтесь ходить максимально много, сколько вы можете. А если трудно для этого выделить какое-то специальное время, просто идите какую-то часть пути по дороге на работу. Это очень хорошо. Идите везде, где можно. Вместо лифта пользуйтесь лестницей. И я точно уверен, что здоровье ваше улучшится, самочувствие ваше улучшится, и вы всегда будете в тонусе. Главное, не перетрудитесь. Делайте все постепенно. Пока. С вами был Игорь Целинчук, автор системы «Пяти побед», «Трансформации 6» и революционной программы «Антидиабет». И мы еще много-много раз увидимся. Пока!